Свободен за 500 000 гривен. Экс-начальнику Одесской областной полиции Дмитрию Головину изменили меру пресечения с домашнего ареста на залог. Решение вынес Высший антикоррупционный суд. Головина, которого подозревают в хищении вещдоков, обязали по первому требованию являться к следователю и в суд. Он не имеет права менять место жительства, обязан воздержаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу, а также сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Напомню, Дмитрию Головину инкриминируют за владение имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группы лиц в особо крупных размерах.